Новая вместительная парковка появится в ближайшее время возле Гродненской областной филармонии. Около сотни машиномест, в том числе 4 для стоянки автобуса, решит вопрос для автомобилей возле нового концертного зала Гродно. Проект стоянки прошел экспертизу и сейчас находится в стадии реализации. Это будет парковка общая, но имеется в виду для того, чтобы было комфортно для тех, кто будет уже приезжать, когда будет введен объект филармония, для того, чтобы там не было каких-то проблем с парковочными местами. А так она будет работать для города в целом. Возле Гродненской областной филармонии с открытием стоянки оставить свою машину проблем не возникнет ни у гостей, ни у горожан. Но в Гродно припарковаться без проблем можно далеко не везде. Например, в исторической части города по улице Ожешко. В данное время руководство города обсуждает предложение освободить место и построить новую стоянку для автомобилей напротив Свято-Покровского кафедрального собора. Дворец офицеров – это старое здание, которое реконструируется. И возле МВД, где не хватает парковочных мест, речь идет о том, что, возможно, там часть снести здание, где находился зал. И поэтому вот на этом месте есть предложение возможности там дополнительно устроить парковочные места. Будет ли решен вопрос дефицита автостояночных мест по улице Ожешко, покажет время. А вот нехватка парковочных мест в спальных районах города понемногу решается. Проблему стоянки цивилизованно с помощью экопарковки уже решили по улице Соломовой. Вскоре экологическое решение для стоянки автомобиля в виде специальной сетки, постеленной поверху газона, появится на проспекте Глицкого.